Ну вот мы опять гуляем по Васильевскому острову, по 12-й линии. Здесь находится знаменитое гидрографическое управление или Главное управление навигации и океанографии. Красивое здание, действительно красивое, отличается от ближайших. Большая история у гидрографического управления. Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны несет ответственность за поддержание на должном уровне систем навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения флота. Она занимается вопросами, связанными с маяками, с картами, с радиотехническим обеспечением. Большие вопросы. Одними из начальников гидрографического департамента и главного гидрографического управления с 1812 по 1892 год был адмирал Семен Ильич Зеленой, а с 1858 по 1913 Андрей Ипполитович Вилькицкий, кстати, который захоронен на Смоленском кладбище. Участок, на котором стоит здание, в 1795 годах принадлежал вице-адмиралу Повалишину, члену адмиралтейской коллегии, а с 1860 по 1900 год вице-адмирала Куприянову, его наследником, а затем отошел к морскому ведомству. Архитектор Дубинский построил монументальное здание морской академии. Цоколь здания облицован красным гангутским гранитом, а фасад здания облицован талькохлоритовым камнем. Вот прошлись мы по 11-й линии Васильевского острова и показал я вам здание Главного управления навигации и океанографии. Все, всем пока, всем привет, до встречи.